Честно скажу, я на эфире на такие вопросы не отвечаю. Hello, guys. Боже, какие-то обрубки небольшие. Все поняла. Я думаю, по ответу понятно. По ответу понятно все. Егор, а ты-то куда, господи? When everybody wants to be king, yeah, they all wanna win, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a f***ing swing. Перестала пользоваться капюшоном для губ. Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God, they all let me down. I always fly, just to win the crown. Ты за собой присмотреть не можешь, Егор, перестань. Присматривай. Ой, я в пижаме сижу, кстати. Ну и что? Ой, что это подводка? Знаете, о чем мне очень грустно? От того, что я за многими успеваю, не сомневаюсь. От того, что у меня волосы выпали. Черт. Все карандаши собрать и заточить. Ай, только я не знаю, где все мои карандаши. По всей квартире, мне кажется, их надо собирать, ходить. Там-ка. Ладно, начнем с этого. Ну что ж такое? Даже не серьезно. Это получше. Знаете, главное вовремя высунуть. Карандаш стучил. Can you join? No, you can't. It's forbidden here. When everybody wants to be king, yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. Ой, господи, я ненавижу эти мягкие карандаши, если бы мои хочу. Superstar, look at my goals. Do you wanna close something? Complete something, maybe? Or you just blah 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 boy as usual? Ну тут нифига, когда я успела его так изюзать-то? Maybe. College на второй курс. А на кого ты учишься? You couldn't funny. Yeah, no. Give me a kiss. Что тебе еще дать? Очень не хочется. Блин, честно, я вот, ну, я же тоже универ закончила.
я бы вот сейчас фиг бы куда пошла бесплатно. Время свое тратить, ходить в какой-то универ, ужас. Еще бесплатно. Это не знаю. Что это за пиздечки? Я даже не помню, что у меня таких подходов. No kiss, no money. Окей. No money, no kiss. Hello, Ed. Hello again. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Да еще обидно, что те, кто сейчас поступает на первый курс, будут выпускаться. А, у меня, кстати, было так, но мне повезло в этом плане. У меня тоже был такой прикол. Сэм, у меня тоже был такой прикол, что когда я поступала, то те, кто учились на год на старше, выпустили с нами одновременно. Потому что именно в этот момент сократили обучение. Ты похож на... Ой, блядь, еще что? Wait, it's freezing up. Unlock it. А не бись ты со своими трэп-кинг. Go fuck yourself. Ну, короче, у меня сегодня такой, знаете, злобный вайб. Я послать могу. It's fixed now. Ты после 9-го или 11-го ушла? Я училась в универе. Там же только после 11-го. После 11-го? What is this white dress? It's not a dress, it's a top. Hola, senora. Hola, como estás? Отъебись ты со своей... No, I don't wanna listen your music. Как ЕГЭ? У нас это называется ЦТМ. Централизованное тестирование. Это было, господи, почти 10 лет назад. Нормально, я не помню уже ничего. В целом, как прошло и ничего из того, что я сдавала. Я сдавала русский, английский и математику. Честно, математику я сдала плохо. А языки хорошо. Поэтому поступила. Вот. Ну, типа, нормально. Ну, в смысле, сложно, не сложно, нормально. Не скажу, что это было прям пиздец. Ну, мы же готовились. Привет, you wasn't talking to me. I'm talking to you. You didn't write me something. Why? You know, superstar, if you wanna talk with me, we should make a conversation with you. I mean, you tell me something and I tell you something back. It doesn't work like I'm just blah 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 and you say nothing. I did write you something? What? You said it's fixed now. Weight is freezing up and that's it. How was your day? Oh, I'm so tired. Because of the weather. It's extremely hot here and I can't stand it. It's hard for me. А то у нас сейчас пиздец ЕГЭ. I said hello back. Okay, superstar. I don't like... I don't like this aggressive wipe. Darin, thank you. Thank you so much for you. I'm loving your new hairstyle. My hairstyle usually the same. I mean,
all these days, my hairstyle is the same. But every time when you come to me, you say, oh my god, I love your new hairstyle. It's haven't changed for maybe 6 months. But you say it every time. What's wrong with you? Love the bloody highlights. Oh my god, I have it all the time. Thank you. With Ukraine? No, I don't. From, I'm not from Ukraine. It looks very nice. Thank you. Maybe it's the light reflection. Superstar, I know that you have a lot of girls and you come to